Всем привет и добро пожаловать на обзор мобильной видеоигры One Level 3 «Побег Стикмена из тюрьмы». Несколько подписчиков попросили и порекомендовали, чтобы я сыграл данную мобильную игру. Что ж, с удовольствием иду навстречу. И да, друзья, у нас предыстория. Стикман выбрался из тюрьмы, но его опять же поймали. Кроме того, друзья, если игра вам понравится и вы захотите, я и сниму продолжение, первую и вторую часть. Ну что ж, итак, друзья, у нас все логично. Итак, есть управление, вперед, кнопка прыжка, пауза и еще у нас подсказочка. Ну что ж, попробуем сыграть и надеюсь, что игра вам понравится, как и мне. Итак, да, просят нас взять разрешение, давайте-ка мы это сделаем. Вот так. Ну что ж, вперед, друзья. Итак, пока все логично. Нас Стикман вот бежит, пробирается дальше. Да, друзья, обратите внимание, там есть какой-то ключик. Вот чтобы добраться до ключика, нам, скорее всего, придется вот добежать до вот этого рычага. Вот очень нужно быть осторожными, потому что куча шипов. Вот, да, вот, супер. Итак, друзья, мне удалось вот забрать лифт. Ага, как интересно, друзья. Оказывается, вот сейчас нужно будет со временем как-то бежать и пытаться забраться на вот это... Что это, скорее всего, то ли лифт, то ли какая-то вот движущаяся платформа. Вот попробую на нее сейчас запрыгнуть. Вот да, вот так здорово это у нас получилось. Ну и по сути, друзья, мы уже... Ой-ой-ой, друзья, ай, как же так? Как же так, друзья? Я коснулся случайно шипов, и наш Стикман погибает. Вот неожиданно, честно говоря. Но, тем не менее, мы уже знаем, как играть и проходить данную игру. Поэтому я не вижу, что у нас будут какие-то проблемы. Итак, первый уровень, по сути, я считаю, мы уже прошли. Вот, сейчас быстренько попробую. Ой, друзья. Итак, все оказалось не так-то просто, как я ожидал. Но я думаю, первый ключик мы с вами сейчас быстренько все равно вот возьмем. Итак, да, вот клавишу выход я нашел. И, по сути, первый уровень мы прошли без проблем. Итак, второй уровень. Не опаздывай. Неужели здесь идет таймер по времени? Ну, честно говоря, я пока не понял. Ну, сейчас попробуем вот пока как-то разобраться. Итак, отлично. Ага, ай-яй-яй, друзья. И вот не знаю... Не знаю, удастся ли мне сейчас выпрыгнуть. Но я так подозреваю, что на эту платформу тоже нужно как-то вот так выпрыгивать. Да. Вот, отлично. Итак, пока все у нас здорово получилось. Попробую сейчас прыгнуть назад. Отлично. И, по сути, мы уже прошли данную миссию. Все оказалось довольно-таки просто. Супер. Итак, третья миссия. Слайд-шоу. Вот, опять же, похожие... здесь, кстати, что это было, друзья? Кто-то мой Стикман подвис. Друзья, что это было? Что это было, друзья? Вот в слайд-шоу вот так как-то Стикман наш выглядит. Вот, друзья, я, честно говоря, в шоке. Я, честно говоря, в шоке. Кстати, а что это было? Почему? Это что? Все? Друзья... Я не знаю, как это случилось, но мы прошли третью миссию, хотя я ни ключа, ничего не взял. Кстати, а почему ключ разбился? Вот что-то мне непонятно. Ну, давайте-ка я пока попробую как-то взобраться наверх. И что будет, если у нас ключ разбит? Вот, и что это даст? Друзья, я, честно говоря, не понял. Наверное, надо переиграть игру заново, потому что вы видите, по сути... Вот, друзья. Итак, вот есть, пробую ловить ключа. И... Да, это оказалось вот такая вот простая вот миссия. Ничего здесь особого не нужно было делать. Итак, пятая миссия. Тренируй память. Вот какой-то иероглиф. Что он означает, непонятно. Вот, а что это было? Друзья, что это было? Я не понял. Вот я так понял, друзья, что вот это здесь можем касаться, а вот этот значок нам нельзя касаться. Вот он, его надо перепрыгивать. Кстати, а зачем мне их вообще касаться? Ну, давайте-ка попробуем. Ага, вот этот, оказывается, мы тоже погибаем. Вот вода. Некоторые иероглифы оказываются смертельны, их нельзя касаться. Ну что ж, сейчас будем как-то стараться перепрыгивать. Вот, и что здесь? Это не смертельный.
вот иероглиф. Кстати, вы заметили, что вот эти два иероглифа, вот они не смертельны. Вот. Итак, давайте-ка, друзья, я попробую активировать вот эту, что это у нас, этот лифт. И попробую забраться на него вот так. Отлично. Итак, попробую с самого края взять. А! Было опасно. Было опасно, стрёмно. Вот чуть-чуть наш стикман не упал. Вот, отлично. И да, друзья, я взял новый иероглиф. А где же ключ? Вот, непонятно. Непонятно, где ключ. Вот, ну я попробую, вот, буду надеяться, что ключ здесь. Вот, больше выхода нету. Друзья, я погибаю. Итак, друзья, я не понял, что мне надо делать. Вот, вы видели, есть иероглифы несмертельные. Хотя, давайте-ка я перепроверю. Вот этот иероглиф смертельный. Да, вы видите, в нем Стикман погибает. В нем Стикман погибает. Что ж, возможно, мне нужно активировать все несмертельные иероглифы. Вот, тогда как-то это все сработает. Вот, честно говоря, я не понял, как, что мне здесь надо. Вот, есть два иероглифа. Вот, давайте-ка я этот активирую. Не понял. Друзья, почему я не погиб? Почему эти иероглифы действуют иногда не смертельно? Ага, друзья, я уже понял. То есть здесь есть комбинация, вот, в которой нужно некоторые иероглифы вот, в определенном порядке активировать. И тогда откроется дверь. Ой-ой-ой, было опасно. Ну, надеюсь, что сейчас мы все-таки откроем и вот посмотрим, что же там. Ай-яй-яй, ну как же так? Итак, попробую встать в самом краю. Не хочу прыгать, друзья, чтобы не напороться. Почему мы погибли? В прошлый раз мы же не погибали. Вот я не понял, друзья, в чем дело. Почему иногда срабатывает, почему иногда не срабатывает это дело, как нам открыть. Кстати, друзья, мы же можем воспользоваться подсказочкой. А ну-ка, давайте-ка попробуем. Чтобы знать ответ, необходимо посмотреть рекламу. Смотрим или нет? Нет, не смотрим, друзья. Не хочу вас утомлять рекламой. Давайте-ка я попробую разобраться сам. Итак, вот, друзья, по-моему, здесь все как бы логично. Вот, давайте-ка я пока открою те иероглифы, которые я понял. Вот, попробую как-то активировать. Вот, пока не буду вот трогать вот этот. Ой-ой, друзья, как же так? Зацепил шип, и наш герой погибает. Вот, ну что ж, обидно, досадно, но ничего страшного. Итак, немножко отступлю. Вот, попробую перепрыгнуть. Вот, опробую активировать вот этот. Вот иероглиф. Отлично. Вот, и еще как-то так. Вот, здорово. Итак, вы заметили, если я активирую вот этот иероглиф, наш герой не погибнет. Вот, отлично. Итак, попробую встать с самого края и попробую взять. Да, вот видите, сейчас мы выживаем. Вот, попробую я сейчас вот активировать этот иероглиф. Да, итак, смотрите, два вот знака иероглифа, два воды, и сейчас попробую активировать два круга. Вот, ну, надеюсь, этого хватит, чтобы открыть. Да, друзья, да, вот, вот, это оказалась игра-головоломка. Нужно было сначала открывать иероглифы, потом водные, а потом вот кружки, вот, и мы как-то так вот выжили. И да, друзья, обратите внимание, на этом уровне у нас есть лед, по которому, скорее всего, Стикман, чтобы выбраться из тюрьмы, будет скользить. Ну что ж, посмотрим. Итак... Ага, как прикольно, друзья. Вот мы просто, вот нас отбрасывает назад. Итак, скользкий пол. Вот забавно, забавно. Ой-ой, друзья, это было опасно, это было опасно. А тем не менее, мне удалось вот как-то выбраться. Кстати, давайте-ка я через шипы попробую вот так как-то просто перепрыгнуть. Вот, и... Да-да-да-да, вот. Итак, все у нас здорово получилось. Кстати, смотрите, там шипы. Вот надеюсь, вот мы сейчас как-то попробуем. Ох, было стрёмно. Было стрёмно. Вот, но мне удалось пройти, в принципе, этот уровень с первого раза, что, конечно же, здорово. Итак, седьмой уровень не так быстро.
Вот, кстати, что здесь нужно делать? Как бы все, опять же, логично. Вот без проблем перепрыгиваем. Вот добираемся до рычага и попробуем активировать ключ. Ай-яй-яй, как-то не особо здорово получилось. Тем не менее, давайте-ка я попробую перепрыгнуть. Вот, отлично. Ого, какая скорость. Но, опять же, я не думаю, что у нас будут проблемы. Итак, давайте-ка... Ой-ой-ой. Что-то очень быстро, но, тем не менее, вот эту миссию мы тоже прошли с вами без проблем. Итак, восьмая миссия, угадай. Я так подозреваю, друзья, что если мы нажмем не на ту кнопку, она взорвется. Ну что ж, здесь я угадать не могу, я буду пробовать методом научного тыка. Да, вот, на зеленой кнопочке мой герой погибает. Вот, а если мы попробуем синюю? Да, друзья, я угадал, синюю кнопочку вот без проблем открыли. Вот замок, даже не пришлось особо напрягаться. Вот, конечно, я могу попробовать и другую кнопочку, но, скорее всего, на ней мы будем погибать. Давайте-ка попробуем. Да, вот видите, я попробовал другую кнопочку, а на ней Стикман просто погиб. Итак, друзья, я считаю, очень здорово мы сыграли. Вот, в принципе, довольно-таки быстро прошли этот уровень. Я даже не ожидал, что так быстро удастся его вычислить. Итак, друзья, куча рычагов. А ну-ка. Ой, ничего себе, друзья. И на этом рычаге наш Стикман погибает. Оказывается, некоторые рычаги – это смертельные ловушки. Попробуем. И на этом рычаге тоже Стикман погибает. Я, честно говоря, просто в шоке. Итак, перепрыгиваем. Здесь мы погибаем. А ну, ой, что это было, друзья? Случайно задел и случайно погиб. Вот, попробуем избавиться от этого рычага. Вот что с этим рычагом? И здесь мы погибаем. Ну, как так, друзья? 4 рычага и 4 смерти. Ну, будем пробовать дальше. Итак, вот... Ой, друзья, не туда напрыгнул. Ну, попробуем сейчас активировать 5-й рычаг. Вот как-то так. И здесь, наконец-то, друзья, удалось вычислить рычаг. Он оказался на вот среднем выступе. Кстати, давайте-ка как-то попробую вот перепрыгнуть аккуратненько. Вот здорово. И да, удалось. Ну и по сути, друзья, осталось нам только взять ключ, и данная миссия будет выполнена. Но опять же, нужно аккуратно перепрыгивать рычаги, чтобы не попасть в неприятность. Супер! Ну вот, друзья, итак, добрались мы до 10 эпизода. Я думаю, друзья, наверное, на нем сегодня мы и закончим видео. Думаю, каждый день будем проходить по 10 эпизодов. Опять же, пишите в отзывах и комментариях, интересна ли вам эта игра и стоит ли снимать продолжение. Да, и относительно первой и второй части, если интересно, я тоже попробую их пройти. Ну а пока попробуем собрать ключик. Итак, вот это поворот. Что же здесь с поворотом, непонятно. По-моему, миссии схожи, хотя есть свои нюансы. Так, вот попробуем. Ой, друзья, что это было? Я в шоке. Вот почему называется вот это поворот. Я, честно говоря, в шоке, друзья. Как так? Вот как нашему Стикману сейчас выбраться? Вот без понятия. Я в шоке, друзья. Как мне сейчас вот сюда попасть? Ай-яй-яй, я погибаю, друзья, я погибаю. Но миссия получилась прикольная. Что ж, попробуем сейчас сыграть все сначала. Вот, поэтому вот уровень и называется вот это поворот. Не ожидал, друзья, не ожидал вот такой вот неприятности. То, что вот платформа Стикмана, она просто перевернется. Итак, друзья, я понял, что нужно сделать. Друзья, надо стоять посередине. Друзья, итак, мне немножко не хватило того, чтобы держать равновесие. Вот я слишком высоко прыгнул и попал на шипы. Но надеюсь, что сейчас как-то мы справимся. Итак, замечательно. Ой-ой-ой. Итак, возвращаемся назад. Вот главное напрыгнуть как-то в центр. Друзья. И... Ай! Друзья, зачем я прыгал? Не надо было прыгнуть, нужно было просто быстренько пробежать. Вот, друзья, интуитивно, вот, либо прыгать на низком уровне. Вот, сейчас я попробую как-то это проделать.
без проблем. Вот очень необычно все происходит, но я надеюсь, что мы сейчас справимся. Так, прыжок. Прыжок. Ай-яй-яй, друзья, как же так? Зацепил шипы, и наш герой вынужден переиграть миссию. Вот, но, кстати, прикольно. Прикольно, необычно. Вот, достаточно жесткая миссия, вот, но интересная. Так, я уверен, что сейчас мы справимся, только подождем аккуратно. И я думаю, возможно, стоит попробовать пробежать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй, как же так, друзья, это было прикольно. Это было прикольно, это было забавно. Вот не рассчитывал я, что платформа вот так будет забавно переворачиваться. Но по сути, вот я уже как бы разобрался, вот никак не могу просто привыкнуть к этому всему. Но сейчас попробуем все-таки как-то прыгнуть на центр. Вот. Да, друзья, нам удалось взять ключик. Ой, что это было? Нам удалось взять ключик, и нам удалось пройти эту миссию. Ну что ж, просто супер. Итак, друзья, да, я хотел бы посмотреть, что у нас вообще, сколько миссий в данном эпизоде. Давайте-ка вернемся домой и посмотрим, что вообще здесь находится. Итак, 10 миссий мы с вами прошли, а вообще здесь... Ого-го, друзья, здесь... Итак, сейчас посчитаем 60, 72, 84, 96, 108, 120 и 132 миссии. Ну, я в шоке, честно говоря. Ребят, смотрите, сколько здесь миссий. Здесь больше 200 миссий. Сколько вообще здесь может быть миссий? 264, 276. Я просто в шоке. Итак, друзья. В этой игре оказывается 288 миссий. Ну что ж, если игра понравится, я, конечно же, буду снимать продолжение. Ну а сегодня на этом прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!